За первое полугодие 2018 года на территории обслуживания Одинцовского управления полиции проводилось более 200 общественно-массовых мероприятий. Личный состав был плотно задействован в обеспечении правопорядка при проведении президентских выборов и чемпионата мира по футболу. При этом никто не снимал с подразделения основных обязанностей по предупреждению и раскрытию преступлений на территории Одинцовского района. За 6 месяцев сотрудники полиции приняли 41 281 заявление и сообщение о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях, чуть меньше, чем в прошлом году. Принимаемые мерами профилактического характера добились снижения общего количества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений на 9,1, в том числе общеуголовной направленности на 8,4, область на 13, а также преступления таких видов, как убийство на 23,1, область на 19, грабежей на 17,2, область на 10,7, разбоев на 57,1, область 16,1, краж на 17,9, область на 14. Лучше среднеобластных показателей управления и по снижению числа краж автотранспорта, и по квартирным и дачным кражам. В районе уменьшилось количество преступлений, совершенных лицами, находящимися в состоянии наркотического и токсического опьянения. Почти на треть сократились преступления, приходящиеся на несовершеннолетних. Всего к уголовной ответственности за 6 месяцев 2018 года привлечено 1123 человека. Этот показатель является самым высоким по региону. У нас самое большое количество обращений в нашей дежурной части по всей Московской области. И мы прогрессируем из года в год. Вот, и, в общем-то, это в первую очередь говорит о том, что мы с появлением называем службу 112. И все-таки это, наверное, говорит, в первую очередь, о доверии жителям района, правоохранительным органам. Среди таких положительных моментов, как снижение общего уровня преступности и повышение раскрываемости, сохраняются и сложности. Например, прокуратура обратила внимание на важность своевременного и качественного проведения процессуальных проверок. Обратите внимание на первоначальные проверки. Если первоначальная проверка проведена объективно и полно, то никаких проблем не будет. И мы себя загружать и нас, и вас, как соответственно, не будем. В ходе совещания руководство управления и представители районной администрации отметили сотрудников, чей вклад в обеспечение общественного порядка и противодействие преступности был наиболее весомым. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».